Добрый день, дорогие друзья, уважаемые любители волейбола, болельщики Бауманской. Сегодня третий день всероссийских соревнований по волейболу, финальных соревнований юношей 2008-2009 годов рождения. Бауманская проиграла две игры, сегодня третья игра. Но, как ни странно, существует гипотетический шанс у команды выйти в восьмерку лидеров. При этом они сегодня должны непременно выиграть эту игру. И надо, чтобы Челябинск выиграл Великий Новгород. Итак, игра начинается. 1-0. Самара выходит вперед. Самара блокирует его удар. 2-0. Самара впереди. У Бауманской плохой прием, поэтому нет атак. Атака Самары мимо площадки. Счет становится 1-2. Подача переходит к Бауманской. Подавать будет Тимофей Таганов. Кирилл Багарьян перехватывает скидку Самары. Бауманская выходит вперед. 3-2. Атака Самары. Бауманская не принимает атаку. Счет равный 3-3. Подача в аут. Андрей Трепутень вовремя отстраняется от мяча. 4-3. Бауманская выходит вперед. Подает Илья Назаров. Силовая подача мимо площадки. 4-4. Казалось, было касание сетки. Так оно и было. Очко достается Бауманской. 5-4. Бауманская впереди. На подаче Алексей Каратенков. Thank you.
приносит еще одно очко своей команде. 6-4. Алексей Каратенков подает. Эйс! Не принимает Самара, казалось бы, легкую подачу. 7-4. Есть страховка блока. И Самара сбрасывает мяч в аут. Тайм-аут берет тренер Самары. Перерыв. Итак, продолжаем смотреть первую партию. Счет 8-4. Бамовская нарастила небольшой жирок. Подает Алексей Каратенков. Подача в сетку. 5-8. Подача переходит к Самаре. Вместо Алексея Каратенкова в игру вступает Шейн Матвей. Кирилл Бойнов атакует сетку. 7-8. Бамовской нет приема. Счет равный 8-8. Опять плохой прием, плохая передача, и у Кирилла Багарьяна не получается скидка. Самара выходит вперед. 9-8. Кирилл Бойнов атакует сетку и уходит на скамейку запасных. Вместо Кирилла в игру вступает Захар Новиков. Так, на табло счет 9-8. Вероятно, я что-то ошибся. Подача в аут. Подарок для Бауманской. 9-9. Подавать будет Кирилл Багарьян. Свою команду вперед. 10-9. Продолжает подавать Кирилл Багарьян. Скидка в котел. Тимофей Таганов забивает 11 мяч. 11-9. Задержка мяча, показывает арбитр. Мягко скинул, пожестче надо было бить по мячу. 10-11. Подача в аут.
Еще один подарок для Бауманской. 12-10. Бауманская на 2 очка опережает Самару. В середине первой партии на подаче Захар Новиков. Илья Назаров сколачивает мячик в пол площадки Самары. 13-10. Захар Новиков. Силовая подача. Атака ваут от Самары. 14-10. Тайм-аут берет тренер Самарской области. Закончен перерыв. Напоминаю, счет 14-10 в пользу Бауманской. Первая партия подает Захар Новиков. Эйс от Захара Новикова. 15-10. Держит за него кулачки. Силовые подачи, это рисковые подачи. Счет 16-10, подает Захар Новиков. И Шейн Матвей не принимает, казалось бы, простой мяч. Одиннадцать 16. Подача переходит команде Самары. Большой разбег. Подача ваут. 17-11. На подачу выходит Даниэль Уава. Прием. Мяч попадает в блок, но от блокирующих мяч падает им под ноги. Самара выигрывает этот розыгрыш. Счет 12-17. Плохой прием у Бауманской, поэтому нет атаки. Илья Назаров блокирует атаку. И вторую атаку Бауманская не отражает. 13-17. Новиков не принимает подачу от Самары. Преимущество Бауманской постепенно тает из-за плохого приема. Тайм-аут берет тренер Бауманской. Итак, первая партия третьей игры на этом турнире. Бауманская встречается с Самарской областью. Счет 14-17 в пользу Бауманской. Скидка за блок. Илья Назаров обманывает блокирующих Самары. Не успевает страховка блока поднять этот мяч. 18-14. На подачу выходит Тимофей Таганов.
укороченная подача. Эйс от Тимофея Таганова. 19-14. Есть прием. И Самара перехватывает скидку от Ильи Назарова. Счет 14. Так, не пойму, что было. То ли касание сетки, это очко отдают Бауманской. Счет 20-14. Может быть, игрок сыграл на чужой половине поля. Бауманска не справляется с приемом мяча на своей половине поля. 15-20. Подает Самара. Опять плохой прием. Даниил Уау не справляется с приемом подачи. Шестнадцать-двадцать. Захар Новиков не принимает очередную подачу. 17-20. Есть прием. Илья Назаров атакует блок от рук блокирующих. Мяч уходит в аут. 21-17. Илья выходит на подачу. Эйс от Ильи Назарова. Самара не справляется с приемом силовой подачи от Ильи. 22-17. Сильно накатом, и мяч опускается в центр круга площадки Самарской области. 23-17. Бауманской надо додавливать эту партию. Все шансы есть. Подает Илья Назаров. Подача в аут, но тем не менее арбитр фиксирует ошибку в расстановке. У команды Самарской области счет 24-17. Сетбол. Илья подает в аут. Счет 18-24. Из Самары справляются с нервами, с волнением и подают в аут. Бауманская выиграла первую партию. Неплохая заявка, но придется бороться. Перерыв. Группа поддержки, болельщики Бауманской сегодня в большом количестве прибыли на игру.
поддерживают команду. Начинается вторая партия. В решающей игре как для Бауманской, так и для Самары. Вторая партия начнется с подачи Захара Новикова. Мне показалось, сорвалась подача у Захара, но тем не менее получилась укороченная подача. Самара не приняла этот мяч. 1-0, Бауманская выходит вперед. Сработал блок, но от блока мяч опустился на площадку Бауманской. 1-1. Да что такое? Алексей Каратенков принимает подачу, но Даниил скидывает ее в аут, в обратную сторону. 2-1, Самара впереди. Атакует Илья Назаров. Самара блокирует его атаку. 3-1. Алексей Каратенков принял подачу. Бауманская проигрывает еще один мяч. Атака Самары касается кого-то из рук блокирующих Бауманской. 4-1, Самара впереди в начале второй партии. Провальное начало у Бауманской. 5-1. Никак не могут принять подачи. Тайм-аут берет тренер Бауманской. Продолжаем смотреть вторую партию. Закончен перерыв. Счет 5-1 в пользу Самары. Случилось в Бауманской, стоят, спят на поле. Летят долгие, высокие мячи, и к ним никто не успевает. 6-1, впереди Самара. Наверное, они решили, что уже выиграли игру. Илья Назаров наконец-то забивает второй мяч. 2-6. На подачу выходит Даниил Уау. И забивает третий мяч. 3-6.
страховки блока. Блок смягчает атаку, но за блоком никого нет. 7-3. Самара впереди. Вместо Даниэла Лао в игру вступает Андрей Трикутень. Илья Назаров. Неудачный прием мяча от рук Ильи. Мяч летит под сетку. 8-3. Илья Назаров атакует и попадает в антенну. Бауманская проигрывает еще одно очко. 9-3. Сильно атакует по краю блока. От блокирующих мяч сваливается в аут. 4-9. Минус 5 у Бауманской. Подает Тимофей Таганов. Бауманская стоят на месте. Никто не двигается. Хотят играть, не бегая по площадке. Но так не бывает. 10-4. Илья Назаров скидкой забрасывает мяч на сторону Самары. И там что-то они заковырялись, не смогли поднять эту скидку. 5-10. Подает Илья Назаров. Задержка мяча фиксирует арбитр у игрока Самары. 6-10. Атака Самары. Блок Бауманской не справляется со своей задачей. Бауманская проигрывает еще одно очко. 11-6. Кирилл Багарьян атакует между блокирующими и забивает седьмой мяч. 7-11. В игру возвращается Даниэл Лао вместо Андрея Трипутень. На подаче Каратенков Алексей. Двойное касание фиксирует арбитр у связующего игрока. 7-11. Бауманская в погоне за Самарой. Так, 8-11. Алексей Каратенков подает. Непонятная ситуация. Судьи долго принимали решение. Могли бы, конечно, и спорный мяч показать. Но принимают решение отдать очко Самаре. 12-8. Самара впереди. Захар Новиков накатом через сеточку перекатывает мяч. И это получается неожиданно для
игроков Самары 9-12. Подает Кирилл Багарьян. Эйс от Кирилла Багарьяна. Самара почему-то решила не принимать этот мяч. Он не был похож на мяч, который уходит в аут. Счет 10-12. Минус 2 у Бауманской. Подает Кирилл Багарьян. Атакует Самара. Бауманская пропускает атаку. 13-10. Самара впереди. Шейн Матвей не справляется с приемом подачи. И Самара опять начинает удаляться от Бауманской. 14-10. Самара. Одиннадцать 14. На подачу выходит Захар Новиков. Атака в линию от Самары. 15-11. Самара впереди. Плохой прием. Мяч поднимается, и Захар атакует в аут. Вместо Захара Новикова в игру возвращается Кирилл Байнов. Шейн Матвей принимает правильное решение, не принимает мяч, и мяч уходит в аут. Счет 12-12-16. Без свистка подает Даниил. Счет 12-16 в пользу Самары. Подает Даниил Луау. Подает в сетку. Самара впереди. Ответная подача в сетку. Любезностью на любезность отвечает Самара. Можно сказать, не принимает подарок Бауманской. 13-17. Подает Тимофей Таганов. И забивает 14-й мяч. Самара не справляется с приемом мяча. У Бауманской минус 3. Кирилл Багарьян не принимает атаку от Самары. 18-14. Не работает блок у Бауманской. Алексей Каратенко, вчера у него
хорошо получалось блокировать атаки Челябинска. Сегодня почему-то у него не получается это делать. Счет 19-14, тайм-аут. Возвращаемся в игру после перерыва. 19-14, Самара ведет с отрывом в 5 очков во второй партии. Кирилл Байнов заколачивает мячик. 15-19, на подачу выходит Илья Назаров. Самара 16-19. Кирилл Багарян, Алексей Каратенков стоят в блоке. И не получается у них блокировать атаку. Хотя мяч полетел как раз в сторону, где должен стоять блок. Центр площадки. 20-16. Самара впереди. Атака в сетку от Самары. 17-20. Минус 3 у Бауманской. На подачу выходит Алексей Каратенков. Все с того же угла атакует Самара. Бауманская не защищается. 21-17. Очень большой разрыв. Ну, в принципе, 4 очка вроде бы кажется преодолимый разрыв, но не знаю, с такой игрой. Но все возможно. Забивает такое нужное очко. 18-21. На подачу выходит Кирилл Багарян. Нет страховки блока. Очень большой разрыв между блоком и страхующими. Не успевают страхующие добежать до мяча. 22-18. Минус 4 очка в конце второй партии у Бауманской. Даниэл Вау блокирует атаку Самары. 19-22. Подает Кирилл Байнов. Илья Назаров с хиткой обманывает защиту Самары. 20-22. Минус 2 у Бауманской. Продолжает подавать Кирилл Байнов. Неудобная доводка до связки. Связка с трудом поднимает мячик. И Илья Назаров не получается у него перекинуть на ту сторону. 23-20.
Смотрим концовку напряженной партии. Даниэль атакует в блок. 24-20. Похоже, эту партию Бауманской не спасти. И опять плохой прием. Алексей Каратенков не принимает подачу. Бауманская проигрывает вторую партию. Но шансы у команд остаются равные на победу. Счет по партиям 1-1. Перерыв. Начинается третья партия. Вся борьба впереди. У команд равные шансы на победу. И победа нужна и Самаре. А также и Бауманской нужна победа. Никто не захочет уступать. Звучит свисток. Третья партия началась. Илья Назаров скидывает мяч в сетку. 1-0. Самара выходит вперед. Кирилл Войнов. Неудачный прием мяча. Если у Бауманской продолжится такой прием, они все силы потратят на то, чтобы бегать и вытаскивать эти кривые мячи, чтобы хоть как-то перекинуть мяч в другую сторону. Это, конечно, не дело. Андрей Трепутей не принимает подачу. Болельщики Бауманской сидят в растерянности и не знают, как помочь своей команде. 3-0. Впереди Самара. Андрей Трепутень в самоотверженном рывке пытается вытащить мяч. Ничего у него не получается. Опять нет приема. Вместо Андрея Трепутень на площадку выходит Даниэль Уау. А тем временем счет 4-0. Самара наращивает преимущество. Причем на своих подачах. Илья Назаров зарабатывает первое очко для своей команды. 1-4. На подачу выходит Тимофей Таганов. Фиксирует задержку мяча у Бауманской. Не понимаю, в какой момент. Счет становится 5-1 в пользу Самары. Даниэль Уау и Кирилл Бойнов борются. Кто же будет принимать? Сталкиваются и теряют еще одну подачу от Самары. 6-1, Самара впереди. Кирилл Багарьян наконец-то забивает второй мяч. 2-6, на подачу выходит Илья. Thank you.
Хабар атакует в аут. 3-6. Продолжает подавать Илья Назаров. Атака в блок от рук Захара Новикова. Мяч уходит в аут. 7-3. Подача в аут. Самара помогает немного Бауманской сокращать разрыв в счете. 4-7. Подавать будет Захар Новиков. Илья Назаров принимает атаку. Кирилл Войнов атакует в сетку. Счет 8-4. Вместо Захара Новикова в игру вступает Шейн Матвей. И опять плохой прием. Мяч летит в стенку. Тимофей Таганов вытаскивает его. Кирилл Багарян не успевает перекинуть мяч. Мяч остается в сетке. 9-4. Самара впереди. Тайм-аут берет тренер Бауманской. Закончив перерыв, продолжаем смотреть третью партию. Самара на 5 очков опережает Бауманскую. Счет 9. Кирилл Багарян зарабатывает 5 очко для своей команды. 5-9. И выходит на подачу. Касание фиксирует арбитр при передаче у Самары. 6-9. Продолжает подавать Кирилл Багарьян. Атакует Самара и пробивает двойной блок Бауманской. Справляется блок со своей задачей. Счет 10-6 в пользу Самара. Казалось, была атака в сетку, но арбитр показывает, что была атака в блок, и от блока мяч ушел в аут. 11-6, Самара впереди. Кирилл.
Кирилл Багарьян забивает седьмой мяч. 7-11. Минус 4 у Бауманской. На подачу Кирилл Бойнов. Какой-то стационарный блок получается у Бауманской. Не реагирует на перемещение игроков. В блоке тоже надо бегать и перемещаться, подстраиваться под мяч. 12-7, Самара впереди. Подача Баут. Спасибо. Говорим Самаре. 8-12. Вместо Шейна Матвея возвращается Захар Новиков в игру. На подачу выходит Даниэль Уау. Атака в блок, и от блокирующих Бауманской мяч уходит в аут. Тринадцать-8. Самар удерживает преимущество в середине третьей партии. Илья Назаров. Мощная атака по блоку, от блокирующих мяч уходит в аут. 9-13. Подает Тимофей Таганов. Работает блок Захар Новиков. И от рук Кирилла Багарьяна, работающего в блоке, мяч уходит в аут. 14-9, минус 5 у Бауманской. Мяч цепляет сетку, меняет траекторию. Самара наращивает преимущество. 15-9. Мощная атака Ильи Назарова. Но работает надежный блок у Самары. 16-9. Эйс забивает 11-й номер Самары. Счет 17-9. Не знаю, каким образом получится у Бауманской собраться. Я так понимаю, что сдают уже нервы. Кирилл Бойнов не принимает очередную подачу от Самары. Похоже, эту партию придется сливать. Девять очков разница в счете. С такой игрой она кажется непреодолимой. Спасибо игроку Самары, 11-му номеру. Помог немножко разрядить ситуацию. 10-18. На подачу выходит Илья Назаров.
игроки Самары демонстрируют отличный прием, чего совершенно нет у Бауманской. В любой ситуации Бауманская просто не принимает мячи. 19-10. Ничего не получается у Бауманской. Атакует Кирилл Багарьян. Опять блок. Мяч возвращается в него. Отскакивает. И Бауманская теряет 20 очко. 20-10. Просто какой-то неприличный счет. Кирилл Байнов хиткой обманывает. Блок. Самары 11-20. Захар Новиков выходит на подачу. Кирилл Багарьян блокирует. Не знаю, как это назвать. Добывает очко для своей команды. 12-20. Очень большой разрыв в счете. Подает Захар Новиков. От рук Даниэла мяч уходит в аут. 21-12. Самара впереди. Я думаю, Бауманской не стоит уже тратить силы на эту партию. Разница просто непреодолима. Эйс от Самары. Просто досматриваем конец этой партии. Спасибо, конечно, но нам это уже не поможет. 13-23 подает Кирилл Багарьян. Атака через блок в аут. Справляется блок Бауманска со своей задачей. Сегодня уже, конечно, совсем другая игра. Бауманская вчера показала яркую игру и, похоже, выдохлась. 24-13, подает Самара и... И Бауманская проигрывает третью партию со счетом 25-13. Найдут ли себе силы Бауманская показать что-нибудь в четвертой партии? Надеемся и ждем перерыв. Начинается четвертая партия. Самара выиграла две партии. Счет 2-1 по партиям. Подает Кирилл Байнов. Подача в аут.
1-0, Самара впереди. Приема, летят кривые мячи, опять затрачиваем массу усилий для того, чтобы хоть как-то перебросить мяч на другую сторону, и в этом случае даже ничего не получается. 2-0, опять плохой прием. Илья Назаров блокирует атаку от Самары. 1-2. На подаче Даниэлу Ао. Кирилл Бойнов атакует мимо площадки. Три один. Самара впереди. На площадку выходит Андрей Трепутень вместо Даниэла Уао. Работал блок у Бауманской. Бауманской достается второе очко. 2-3. На подачу Тимофей Таганов. Еще одна атака проходит от Самары в сторону Бауманской. 4-2. Самара впереди. Илья Назаров трудом дотягивается до мяча, но тем не менее скидкой зарабатывает третье очко. 3-4. И выходит на подачу. Кирилл Багарьян делает скидку и попадает в антенну. 5-3. Самара впереди. Андрей Трепутень. Сегодня не получается у него принимать мяч. Лучший прием побеждает Бауманская. Атака в сетку от Самары. 4-6. Подавать будет Захар Новиков. Бойнов не справляется, не перекидывает мяч в другую сторону. 7-4.
Шейн Матвей выходит на площадку вместо Захара Новикова. Даниэлу зарабатывает пятый очком. 5-7. На подачу выходит Кирилл Багарян. Подача баут. 8-5. Тайм-аут берет тренер Бауманской. Возвращаемся в игру. Четвертая партия. Бауманская. Самара. 8-5. Двойное касание мяча фиксирует арбитр у игрока Самары. 6-8. Дает Кирилл Байнов. Илья Назаров. Даниэл Уау двойным блоком блокирует атаку Самары. 7-8. Продолжает подавать Кирилл Байнов. Страховка блока. Илья Назаров сравнивает счет 8-8. Продолжает подавать Кирилл. Укороченная подача. Кирилл выводит свою команду вперед. 9-8. В этот раз подача в аут. Счет равный 9-9. Сильно бьет в центр круга площадки Самары. Бауманская впереди 10-9. Подает Даниэл Уау. Есть! Эйс от Даниэл Уау. 11-9. Задерживает сетка. Подача переходит к Самаре. 10-11. У Бауманской плюс один. В четвертой партии. Есть! Быстро разыграли. Илья Назаров первым темпом забивает 12-й мяч. 12-10. Подает Тимофей Таганов.
чем, я не знаю. Все-таки Бауманске достается это очко. Двойное касание фиксирует арбитр у Самары. У игрока Самары 12-10. Желтую карточку показывает арбитр тренеру Самары. Возмущение тренера Самары. Арбитр не меняет своего решения. 13-10. Бауманская впереди. Кирилл Байнов забивает 14-й мяч. 14-10. Тайм-аут берет тренер Самары. Итак, возвращаемся в игру. Четвертая партия. Счет 15-10 в пользу Бауманской. Подает Тимофей Таганов. Илья Назаров забивает 16-й мяч. 16-10. Бауманская нарастила преимущество в 6 очков. Теперь надо удержать. Справляется со своей задачей блок Бауманской. От блока мяч опускается на пол площадки Бауманской. 11-16 подает Самара. Кирилл Багарьян атакует. Все у него получается. 17 очков в копилке Бауманской. 17-11. Подавать будет Илья Назаров. Не работает блок Бауманской. Самара добивает для себя 12 очко. 12-17. Багарьян атакует в аут. 13-17. Подача в аут. Благодарим Самару за такой подарок неожиданный. 18-13. Новиков. Данилова. Первый темп. 19-13.
подавать Захар. Есть прием. Прощение за мои эмоции. 14-19 подает Самара. Кирилл Байнов атакует в блок. 15-19. Очком 20-15 и выходит на подачу. И подает вау. 16-20. От Самары 21-16. У Баумаса есть преимущество в конце партии. Надо его сохранять. Есть! Эйс от Кирилла Байнова. Самара задумалась, решила не принимать этот мяч. И ошиблась. 22-16. Кирилл Байнов. Укороченная подача. Там раскусили. Багарян принимает атаку. Павловска теряет еще одно очко. Забивает 23 очко, 23-17. Надо добить 2 очка как-нибудь. Ребятки, давайте. Даниил Уао. Неудачную передачу делает Тимофей далеко. Вкачивает мячик в пол площадки Самары. Сетбол подает Даниэлу Ао. Захар Новиков зачем-то притормаживает мяч. И мяч опускается под сетку. 18-24. Подает Самара. Есть подача в сетку. Подарок от Самары. 25-18. Баумовская выигрывает вторую партию. Счет по партиям 2-2. Будет пятая партия.
Перерыв. Продолжаем смотреть напряженнейший матч. Бауманская, Самарская область. Партию начинает Кирилл Бойнов. Бауманская проигрывает первое очко. 1-0, Самара впереди. Арбитр фиксирует аут. 1-1. Даниэл Уао. Блок смягчает атаку. Илья Назаров выводит свою команду вперед. 2-1. Ваут. 2-2. Вместо Даниэла Уау на площадку выходит Андрей Трипутень. Сетум. 3-2. Самара выходит вперед. Блока Бауманской мяч уходит в аут. 4-3. Самар опять на один шаг опережает Бауманскую. Атакует Илья Назаров мимо площадки. Не надо нервничать, не надо, ребята, соберитесь. 5-3. Самара впереди. Первый темп. Быстро разыгрывает Самара. Бауманская не успевает за этой скоростью. 6-3. Тайм-аут берет тренер Бауманской. Закончен перерыв. Продолжаем смотреть самую важную партию в этой игре. 6-3. Самара впереди. Двойное касание фиксирует арбитр у связующего Тимофея Таганова. 7-3. Впереди Самара. Илья Назаров. В этот раз удачная атака. Забивает четвертый мяч. 4-7 и выходит на подачу. Самары 5-7.
побеждает подавать Илья. Рискует и не попадает в площадку. 8-5, минус 3 у Бауманской. Короткая партия. Команды меняются сторонами. Ответная подача в аут. Любезности на любезность. Счет 6-8. Подает Захар Новиков. Атака в аут от Самары. Бауманска немножко выровняла счет. Захар Новиков. По-моему, 4 раза сыграли на площадке. И... Да не, Вау, сравнивает счет. 8-8. Мощная атака со стороны Самары. Бауманска не справляется с защитой. 9-8, Самара впереди. Илья Назаров не справляется с приемом мяча. 10-8. Шейн Матвей принимает. Кирилл Багарьян сокращает разрыв в счете. 9-10. Кирилл выходит на подачу. Есть! Илья Назаров атакует не сильно. Но кто-то из игроков Самары меняет траекторию мяча и нет приема. Счет равный 10-10. Продолжает подавать Кирилл Багарьян. Шейн Матвей. И Кирилл Багарьян атакует в аут. 11-10. Самара впереди. Удачная передача. Мяч перелетает через сетку на другую сторону в аут. 12-10. Тайм-аут берет тренер Бауманской. Продолжаем смотреть концовку пятой партии. 12-10. Самара впереди.
Шейн Матвей на приеме. Илья Назаров делает скидку. Самара просчитывает этот ход. Бауманска теряет 13 очко, 13-10. Похожая ситуация. Скидка от Ильи Назарова, которая перехвачена Самарой. 14-10. Надежды тают с каждой секундой. Защиту 11-14. На подачу выходит Кирилл Байнов. Тайм-аут. Звучит свисток. Подает Кирилл Багарян. Кирилл Байнов. Илья Назаров выбивает 12-й мяч, 13-14. Илья Назаров еще один мяч добывает атакой. 13-14. Тайм-аут. Концовка пятой партии. Подает Кирилл Байнов. Тимофей Таганов сравнивает счет. 14-14. Мне казалось, что это совершенно нереально. Но игра продолжается. Ничего еще не закончено. Подает Кирилл Байнов. Эйс! От Кирилла Байнова Бауманска выходит вперед. 15-14. Самара сравнивает счет 15-15. Напоминаю, разница в конце должна быть 2 очка. Выводит свою команду вперед. 16-15. Нужна разница в 2 очка. На подачу Даниэлу Ао. Вместо Шейна Матвея в игру вступает Захар Новиков. Подает Даниэл. Самара сравнивает счет 16-16.
цепляет сетку, падает под линию. Бауманская теряет этот мячик. 17-16, Самара впереди. Разгорелись такие нешуточные страсти. Сейчас выиграет тот, у кого крепче нервы. Подает Тимофей Таганов. Самара выходит вперед. 18-17. Подводит команду Бауманская. Бауманская проигрывает третью игру в своей подгруппе и проваливается в группу лузеров. На этом мы заканчиваем свой репортаж. Поздравлять болельщиков и команду не с чем. До свидания. До новых встреч.